Какая зима без катания на лыжах, ватрушках и санях? Отсутствие спортивного инвентаря – не повод отказываться от снежных забав. 16 декабря на лыжной базе откроется прокат лыж и сноутюбингов. Горка, на которой катаются на ватрушках, она расположена с правой стороны от лыжной базы. Горка каждый день укатывается ретраком, чтобы создать максимально ровную поверхность для спуска и чтобы минимизировать травмы, которые могут получить те, кто приходит кататься на ватрушках. Также у нас подготовлены трассы. Это спортивные трассы 5 километров. И трассы накатываются по поляне. Это 1 километр, 2, 3 километра и, соответственно, 5 километров. Прогулочные трассы рассчитаны на взрослых и детей с минимальным количеством подъемов, широким выбором дистанций. По словам директора лыжной базы Татьяны Вавилкиной, спортивного инвентаря хватит всем. Арендовать лыжи или сноутюбинг может любой желающий при наличии документов, удостоверяющих личность. Лыжи даются так же, как и сноутюбинги, это дается на час. То есть оплата идет за час. Также, в принципе, у нас можно лыжный инвентарь взять и на сутки. Ну, соответственно, это уже будет другая цена. Прокат спортинвентаря на лыжной базе будет работать ежедневно по будням с 16 до 20 часов, выходные дни с 10:00 до 20:00. В праздничные дни аренда не прекращается. Только 1 января прокат начнет работать не с 10, а с 12 часов. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.